Всем здравствуйте! В эфире «Особый тайм спорта» и я его ведущий Михаил Дорошенко. Сегодня у нас очень насыщенный выпуск новостей. В ближайшие 5 минут подробно обо всем расскажу. Ну, во-первых, и, пожалуй, главное событие, которое сейчас происходит, это плей-офф молодежной хоккейной лиги. Если главная команда Новосибирской области уже в отпуске, то подрастающее поколение творит чудо за чудом. Сначала сибирские снайперы выбили из розыгрыша Кубка Харламова сильнейшую команду регулярки омских ястребов. Чудо под номером 2 может состояться уже в эту субботу. Дело в том, что теперь в четвертьфинале сибирским снайперам противостоит третья команда регулярного чемпионата. Остальные лисы из Магнитогорска, конечно же, хотели уже дома сделать задел перед игрой в Новосибирске. Однако наши парни все планы уральцев разрушили. В первой игре победа в овертайме за снайперами 2-3. Были сибиряки близки к успеху и на следующий день. Не повезло совсем чуть-чуть. На этот раз успех в овертайме за остальными лисами 4-3. Сейчас счет в серии до трех побед 1-1. Однако теперь игры пройдут в Ледовом дворце Сибирь. В эту пятницу и субботу снайперы могут организовать вторую сенсацию плей-офф в МХЛ. И думаю, что просто обязаны это сделать. Ведь билеты на две игры в Новосибирске продаются как на главную команду. Вот в интернете продано уже 4000. Поддержка у команды будет колоссальная. Наши ребята должны справиться. Ну а я лично приглашаю вас на матчи плей-офф молодежной хоккейной лиги. Давайте поможем снайперам выиграть Кубок Харламова. Кстати, приглашаю вас не только я, но и сибирские снайперы. «25 марта в 19:00 мы проведем матч 1/4 финала Кубка Харламова с остальными лисами. Приходите на стадион, нам нужна ваша поддержка. Вместе мы сильнее». Теперь к женскому баскетболу. В субботу мы впервые в истории показали матч премьер-лиги. Наши «Динамовки» одержали уверенную победу над красноярским «Енисеем». Таким образом, команда из Новосибирской области окончательно себя обеспечила участие в плей-офф. Ну а сегодня мы можем уже назвать вам соперника, с которым «Динамо» сыграет в первом раунде. Это УГМК из Екатеринбурга. Сразу скажу, что соперник – один из лучших клубов Европы. Вдобавок, многократный чемпион России. Но мы верим в наших девушек. Плей-офф стартует в апреле. Старт дан в Новосибирске. Стартовал 4-й всероссийский турнир на призы двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анны Багалий. Кубок ее имени продолжает набирать популярность. В этом году главным приглашенным гостем стал легендарный норвежский гонщик, 8-кратный олимпийский чемпион Ули Айнебьерндален. Напутственные слова, мастер-класс для ребятишек и торжественный старт от великого норвежца. Все это должно было зарядить юных биатлонистов. В рамках гладкой гонки, то есть без стрельбы, спортсмены пробовали трассу перед дальнейшими стартами. Трасса довольно-таки тяжелая. Особенно первый подъем после рубежа. Такой прям затяжной. После него идет спуск. Конечно, очень опасно довольно-таки. Поворот, а так трасса хорошая очень. Все понравилось. Ну, это в техническом плане, а вот в плане там погоды, почему многие говорят, что налить или разбитая? Нет, трасса очень разбитая, как бы тяжело ехать, особенно вот на некоторых поворотах прям как ямы уже образовались. Это была программа «Спортобзор» и я ее ведущий Михаил Дорошенко. Занимайтесь спортом и смотрите наши выпуски. До встречи!